Смотрите, дорогие мои, вода еще мутная. Еще раз мыть надо. Смотрите, какая у меня. 3,5 килограмм получила домашнее масло. Готовим с любовью. У всех получится. Дорогие мои, у меня месяц назад подарка отправила домашний сметана. Я поставила в холодильник каждый день. Никогда. Смотри, как она у меня созревала. В холодильник, не морозильник. Хочу делать масло. Смотрите, у нас ничего не пропадает. Вдруг у вас тоже так будет, делайте обязательно домашнее масло. Смотрите, 2 круга сейчас покрутит, и масло готово. Смотрите, какая красота. Сметана просто, это бомбовский, домашний. Смотрите, какая классная. Видите? Я думала, у нас сметана пропала. Нет, у нас ничего не пропадет. Ты уже должна знать, что у нас в доме ничего не пропадет. Раньше руками я сделала, а сейчас миксер есть. За 5 минут сейчас будем делать. Из сметаны получится сливочное домашнее масло. Это миксер. Первый раз я делаю масло. Вот так пускаем и включаем. Посмотри, Света, покажи. Сейчас за 5 минут у нас масло будет готово. Смотрите, какая интересная. Запах уже пошла домашнего. Вы смотрите, она созревшая, быстро будет. Если сметана не созревшая, то быстро оно не получается. Сейчас она должна немножко в воде нести, и желтое масло видеть на виду. Вот звук близко. Уже вода пустила, жидкость отделилась от оставленного масла. Смотрите, как классно. А была вот такая сметана созревшая. Вот. Сейчас мама, еще... а из магазина сметаны не получится? Нет, ну там же порошок. Чем отличается домашний Кавказ, а в магазине порошок? Вот я вам результат говорю. Попробуйте. Если у вас сметана получится, скажите, тетя Руса, ты не права. В магазине сметана тоже получается. Посмотрите, я хочу остановить, поднять. Смотрите, хочу эту воду выливать. Еще... Вот, смотрите, сколько вода вышла из этого сметаны. Вот сметана, покажи. Вот уже сделаем масло. Хочу еще раз вот так поставить. Вот. Еще пускай вода видит, чтобы вы видели, как она красивая. Как это все возможности. Это мы знаем. Я всю жизнь работала. У меня своя корова была. А новые невестки, городские, не все же знают. Почему я это все показываю, чтобы вы все знали, как делаете масло. Вот, пожалуйста, уже вода не выходит, оно собирается. Видите как? Угу. Все, Света, выключаем. Вот это снимаю. Смотрите, какое масло домашнее. Ой, как она плотная. Представляете? Смотрите, какая натуральный продукт. Это еще надо помыть под холодный кран воду, чтобы молочный запах все вышло отсюда. Смотрите, какая... прекрасная. Любая женщина это попробует, и у всех это получится, дорогие мои. Пусть никто не скажет, что у нас этого не получается. Смотрите, это уже масло. Это уже масло, дорогие мои. Смотрите, домашнее. А запах какой хороший. Домашнее масло. Теперь делаем вторую партию, дорогие мои. Смотрите, какая рассыпчатая. Это сметана созревшая. Даже, да, на столе оставила 3 дня, потом убрала в холодильник. Даже внизу водички нету, смотрите. Видите? А это еще сделаем 1 раз. 3 раза делаем. Из 5 килограмма посмотрим, сколько у нас получится. Настоящее домашнее масло. У нас пошла 2-я партия. Сейчас медленно включаем и посмотрим перед вашими глазами. Вот 1-я уже вышла. Видите, какое масло? Белое, красивое. Я сейчас еще это помою. Вот смотрите, перед вашими глазами. Смотрите, здесь ничего сложного нету. Если кто-то скажет, у меня не получится, я буду ругаться. Вот смотрите, даже силы не трачу. А это раньше мы руками делали. Или у нас была машина, большая стиральная машина. Мацун делали, потом это. А это прям сметана, смотрите.
пахнет весь дом. Это танутхацан, по-нашему говорят. А вот третье еще, Света, покажи, чтобы людям было понятно. Это сметана созревшая. Я пока привезли, 3 дня оставила теплый в доме. Она в дома 3 дня созрели, потом холодильник поставила. А вы посмотрите, за сколько минут я делаю. Посмотрю 5-килограммовый. Посмотрим, сколько воду видит. Смотрите, сыворотка там оттуда же выходит. Вот. И сколько масла с 5 килограмм, да, посмотрим, получится? Посмотрим. Сейчас как раз и чистое масло, чисто сметана. Смотрите, как. Я не хочу сильнее включить. Она летит, летят. А вот так, смотрите, как будто ручная работа. Раньше я миксером никогда не работала, все ручная. Сейчас немножко созрела, повзрослела. Думаю, хочется легче. И вам это показываю. Нам никто не показал. Сама со своим трудом вот это все научила. Я же коров держала, ферму работала, все, сыр начала, все из нуля. Мои родители никто не делала. И свекруха никто не делала. А вот я делала. Смотрите, какая красота. Сейчас вот уже вода пускает. Любая девочка, любая молодая невестка, любая женщина, которая хочет стать хорошей невесткой, надо такие вещи делать, чтобы удивить свекруха или мужа, чтобы стала хорошая невестка. Умница. Смотрите, как пускает вода. Она рассыпчатая стала, смотри. Она была вот такая рассыпчатая, а теперь отделяется сыворотка от масла. Видите? Это просто чудо. Я и так люблю такие вещи. Раньше, когда мне я была 15-16 лет, учительница вопроса задавала, кто куда замуж хочет выходить. Кроме меня все сказали город, я сказала село. Было все наоборот. Все вышли в село, я одна вышла в городе. Вот я любила такие вещи. Вот, вот убейте меня. Я люблю вот танутхацан. Вот смотрите как. Пожалуйста. Чудеса. Ну, видите, пожалуйста, второе масло. Смотрите, как красиво. Все. Водичка. Водичка. Сейчас мы набираем вот это масло. Собираем пучок. А видите, красота какая. Самое главное, то, что вы делаете, надо все делать с любовью. Иначе 50-50 не получится. Они что же тебе чувствуют, как это? С любовью. Смотрите, какая красота. Последняя партия сделаем, девочки мои. Вот уже немножко даже мягче стало. Смотрите, какая приятная работать с такими машинками. Что ничего не труд, не трудишься. А я первый раз такое делаю, девочки. Я всегда как дура руками делала. Это для моих подписчиков, что все было доступно и легче делала. И как раз и мне было понять. Да. Смотрите, 3 минуты уже все отличается. Все, смотрите, масло уже здесь. Я сейчас теперь спокойна, что мои все подписчики знают, как делает из домашней сметаны домашнее масло, дорогие мои. Все для вас. У нас 5 килограмм сметаны, вышло столько сыворотка. Это 600 литров, наверное. 600 литров. Уже понятно, сколько 3,5 килограмм у нас осталось чисто масла. Вот, масло это еще не готов. Я перед вами хочу показать. Его нужно положить в холодную воду и хорошо помыть. Вот так, чтобы вышла сыворотка вся оттуда. Видите, я сейчас это перед вами делаю. И буду около крана, под краном помыть хорошенько. Пока эта вода станет чисто прозрачной. Моем так, пока будет вода прозрачной. И самое главное, видите, свежее масло как должен белый. Она когда созревает, стареет, становится желтый. Или цвет добавляет. Это маленький секрет для вас открываю. Смотрите, какая вода чистая. Видите? Вот. Руки длинные, белые стали. Руки не
мешает, если человек захочет. Дорогие мои ногти. О! Лишь бы желание было. Самое главное. Готовить любовью. Видите, как? Видите, цвет какая стала? Шикардос? Класс. Шикардос? Да, я знаю. Все, дорогие мои. Ты хочешь как маленькие куколки? Да. Чтобы удобно было пользоваться. Угу. Красиво, да, получится? Угу. Можем делать любой формы. Конечно, можно квадратненькие вот есть, разовые посуды делать. Угу. Можно делать все, что хочешь. Можно кругленькие, квадратненькие, треугольненькие. Ну, это форма. Сейчас добавляй туда и нажми. Какую форму хочешь, она так и выходит. А мы делаем по-домашнему, как Люля. Да, Свет? Угу. Опыт есть. Ну, мам, классно получается. Я не думала, что такая здорово. Что так масло делается, я не знала. Быстро и хорошо. Зато никакой сомнений нету. Какое ты масло ел, там, или маргарин, там, или пальмовое масло. Уже знаешь, что ты кушаешь. Любимый невесте, любимый мужу всегда должен делать. Да, я уже знаю. Угу. Смотри, сколько твои подписчики от тебя учатся. И я где, тоже. Где увидеть и говорят, мы готовим по твоему рецепту. Знаешь, я не фудблогер, но очень приятно, что мне все вот так говорят. Это жизненный опыт, это бесценно, мамджа. Да. Ну, мне тоже нравится, конечно. Смотри, как красиво свет. Когда я только приехала в Россию, у меня прописка не было. И никого не было, чтобы сказать, делай прописка. И никого не ругалась и не обиделась. Сама со своим трудом, когда пошла ферма работать, молоко есть, не знала, как молоко делать. Я знаю, что наши в селе делали из мацуна. Из мацуна. Мацун, знаете, да? Мацун квасили. И стиральные машины купили специально для мацуна, чтобы делать не стирать, а только делать масло. И вот два ведра мацуну я добавила в ведро воды и включила стиральная машина. И вот так у нас мацун получилась сметана. И то вот это... Сметана или масло? Масло получилось из мацуна. А из сметаны я учила уже, когда я на Пятигорске торговала. Меня учили маринские люди. Так никто особо не говорили, никто не научил. Всегда почему-то секреты держали. Я не понимаю, все равно умираешь, все равно жизнь не останавливается. Да? Зачем вот такие секреты не сказать? Вот у меня, вот, я не могу понять это. Хотелось бы до сих пор, зачем вот такое зло, зачем, что я одна только имела, знала, зачем? Да пусть все готовят и все, вспомни тебе по-хорошему, Бог слышит, Бог даст, и дает, я благодарна. Просто я не пойму таких людей, почему не говорили?